Утром на правобережье сгорел частный дом. Пожар начался в 9 утра и стремительно охватил жилое здание с прилегающими к нему постройками. В этот момент владелец участка находился на территории. По его словам, он попытался забрать из дома документы, но не рискнул зайти в пылающее здание. В итоге вынести из дома ничего не удалось. Автомобили на участке также спасти не получилось. Пламя перекинулось и на них. Хозяин оценил ущерб почти в 4 миллиона рублей. Мне кажется, проводка вот что-то в последнее время, она вот так вот, как будто сварочная работает. Где-то что-то коротило, мне кажется. Хотя я свою проводку все на медную там сделал. А вот линия, сама линия, которая, вот она вот такое впечатление, как будто сварочная работа, где-то идут и все. К моменту приезда пожарных пламя уже полностью охватило жилой дом, однако потушить его и стоящие рядом постройки смогли достаточно быстро. На соседние участки огонь не перекинулся. По словам пожарных, ситуацию усугубили три газовых баллона. Они находились прямо в доме. Во время пожара два взорвались почти сразу, из третьего просто вышел газ. Точную причину возгорания пожарные не назвали. По их словам, могло произойти все, что угодно, от короткого замыкания до неосторожного обращения с огнем. Пожар локализован на данном этапе. Силы средств на месте пожара работало 28 человек личного состава, 6 единиц техники. 4 ствола Б работала, одна магистральная линия. Производится проливка, разборка конструкции. Пострадавших и погибших нет.